12 июня мы отмечаем относительно молодой праздник – День России. За время своего существования он успел сменить несколько названий, но никогда не терял своей актуальности и важности. Со временем День России начал обретать патриотические черты. Праздник стал символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Этот день превращается в праздник свободы, мира и согласия всех россиян на основе закона и справедливости. Я горжусь тем, что родилась в самой лучшей стране мира, в России. С праздником тебя, любимая страна! День России – праздник свободы и мира. Я от всей души поздравляю свою любимую родину. Желаю ее гражданам здоровья, счастья, мира и благополучия. Желаю, чтобы такая большая и многонациональная страна процветала во всех направлениях. С праздником! С Днем России! В нынешнем году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и режим ограничительных мер, в городском округе Люберцы проходят праздничные мероприятия, но с соблюдением мер безопасности.